Ну что, я вернулась после перерыва. Я очень сильно злая. И продолжу наше мучение. Тут посмотрим, как я бегу, для того, чтобы въехать в ситуацию. А потом все пойдет опять, как и было. Так. Надо просто зайти и сделать его. Пошел пятый час моей борьбы. Уже, по идее, все движения должны быть отточены до автомата. Я по-прежнему сейчас буду тупить. Вот так вот. Да чтоб тебя! Да в какую сторону ты машешь-то? Сальван, блядь. Наконец-то. Нет сил моих больше это терпеть. Надо разозлиться. Не получается у меня. Талант не пропьешь, но мне удалось, походу. Так. Я постоянно такаю. Меня аж саму бесит. Чтобы не мелькало перед глазами. Хорошо. Давай, не расслабляйся. Ты можешь. И тут же налажала. Ну как-то вот я же первый раз зашла к нему, и вот прям буквально я не торопилась. Я смотрела, что он делает. Ничего не делала. Ой! Молодец такая. Паку-то поменять нет. Размахались тут.
Вдох, выдох. Спокойно, спокойно. Так, хорошо. Где он? Все не вовремя, я все делаю не вовремя. Каждая попытка может стать успешной, но это будет чисто случайность. Я отвечаю, потому что я уже... Вот так вот. Да. И раз еще. Так, 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 так. Давай. Рано. И рано. Ну, кокошит же сейчас, ты чё? Хотел я проверить, сколько даст урона он после парирования без колдовства, но так что-то и не проверила. Это невыносимо. Ты бегаешь там, все, я уже... Нет меня. Я знаю, вы ждали именно это видео, где будет 5 часов одних попыток подхода к боссу. Без какого-либо прогресса. Мне лучше молчать, честно. Что? Интересно, а сколько дает элитийский клинок? Я смогу тут посмотреть? Где-то. Защита поглощения, сопротивляемость 232. 214. Где-то есть тут вот пропарирование что-нибудь?
Ничего не вижу. Ладно. Да уйди ты! Уйди! Уйди, пожалуйста! Ну вот стоит мне один момент упустить, и все идет в одно место. И в светлицу входит царь стороны той государь. Во все время разговора он стоял позади забора. Речь последней, посему полюбилась ему. Здравствуй, красная девица, говорит он. Будь царица. Иди сюда. Кстати, ну без магии-то то же самое оказывается, а я что-то там заморачиваюсь. Видели, видели? Ай, 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 да вы чё? Озверели? Бесполезными вещами больше не занимаюсь, короче, хотя синий светящийся клинок мне чисто визуально нравится. Еще 500 подходов, и дело будет кончено, обещаю. Ой, как вылезти-то отсюда? Разучилась не огребать, что ли, ее короны. О, аж буквы все перепутала.
Меня начинает тошнить от эритила, честно. И он уже статую начала рассматривать. Аплодисменты. Короче, хочу сходить к бабке купить уголь. Если я не покупала. Я ведь не покупала? Нет. Благословение вот зачем-то, кстати, покупала. Чё делаешь ты опять? Опять какие-то не такие кнопки нажимаешь. Ух. Сейчас заодно, может быть, помощник какой-нибудь у меня появится. Может, леди, которой я помогала тут снова, знак призыва мне обещала. Продайте, пожалуйста. Ровно вот так вот. Не забудь. Забудешь тут. Как он выбирает мне... А, ну он, наверное, показывает тот костер, с которого я прибыла. Всего-то. Так. Нет. Надо внимательно глядеть по сторонам. Где-то здесь может быть знак призыва. Ну, наверное, где-нибудь поближе, да? Блин, если, конечно, он тут есть. Не где-нибудь здесь в закоулке. Нет, что ли, блин? Как так? Где-нибудь в каком-нибудь неочевидном месте? Нет. Нигде совсем. Да. Ну, где-то, наверное, в любом случае появился, но я просто не знаю, где. Конец углю. Дай, как так-то? Ну, сейчас он меня добьет. С ручкой. Снова примем уголь. Что ж он? Тратить так тратить. Ну, судя по звуку, уж да, где-то тут. Тут ничего не появилось. Интересно. Нет. Блин. Где тогда? Я ж не знаю, что и думать-то. Мебель покрушить. Ладно, пропустим эту часть.
Давайте меня еще это угля здесь прям на входе лишат. И ничего. Вон знак призыва, вижу. Да. С другой стороны есть кто? Вот еще один. А только одного, что ли, можно? Чё? Так. Еще есть кто? Пошли, короче, толпой. Все, погнали, погнали. Так. Анри пришел ко мне. И Чернорук Готтард. Пошли, ребят. Я не знаю, поможете вы мне или нет, но хоть посмотрим, как вы работаете. Можно вы вперед пойдете? Нет? Ага, а нападает он все равно на меня. Увидел, 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 увидел. Ребятки, отвлекайте. Медленно колдует, пипец. Отойдите оттуда, ребята. Народ. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, спалили. На вас сфокусироваться-то. Блин, огребла. Отойти, 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 отойти. Да, вы прикалываетесь. Нет, нет, нет! Нет, вы видели? Это позор. Еще один уголь схожу возьму. Короче, это, у бабки закончился уголь. Это печальные новости, потому что у меня есть всего две попытки. А потом, я не знаю, насколько это все продлится опять. Ну и мне сейчас не прозевать бы знаки призыва опять. Так. Ушли, ушли. Все, пойдемте. Так, проверка связи. Тут все хорошо. Все хорошо, вроде.
Ну чё, давай-ка я сразу себе вот это сделаю и буду сейчас колдовать сразу с порога. Мне главное от него это подальше уйти, чтобы он на них отвлекся. Вы плохо отвлекаете его. Кольцо надо было надеть, которое это самое. Надо отойти. Слишком далеко. Рубиться теперь. Отойди, пожалуйста, ты чего? Давай последний удар. Да, наконец-то. Ну, втроем хоть зарубили. Надеюсь, все писалось. Душа понтифика. Ребятки, премного благодарна. Вы просто спасли этот геймплей. Сколько? 5 часов примерно. Оф. Я там рычаг видела. Пойду дерну. Но сначала вот. И еще сначала. Подождите. Надо сделать так. Но я вам все красивенько обрежу. Оставлю попытки. Наверное, оставлю все. Но все равно будет 2-часовое большое видео. Добро. Привет. Чего желаю? Очень хорошо. Сдохнуть так, по-настоящему. Сейчас. Так, тут что у нас по защите хорошо? Так, здесь... Ага, сила атаки. По ловкости то же самое. Ну, чуть побольше, да? Что там по интеллекту? Оживить бега. Новые очертания. Давайте пока ловкость возьмем. Прощай, пепел. Так. У бабки ничего нового не появилось. Ну вот, я же говорю, уголь у нее кончился, все. А, еще хочу теперь пепел. Сходить к трансформатору. Так, я его буду звать. Ну-ка, что мы получили с Сальвана?
Меч правосудия, вот это что ли? Да. Угу. Двуручный меч. Церемониальный меч, который понтификсально он держал в левой руке. Воплощает правосудие Луны, но магия, которой он пропитан, не лунная. Это скорее чары. Темно-синий клинок куда более темный, чем сама темная Луна, отражает истинную природу чародея Сальвана. Навык «Осуждающая поза». Обычная атака высвобождает темную магию в колющем выпаде, а размашистая сильная атака выпускает волну света. Интересненько. Но сделать я смогу либо его, либо... Что еще тут дали за него? Заклинание никакое не дали. Что-то произошло нехорошее у меня тут. Так. Что-то я потерялась. Вальнир Сальван. Вот, душа понтифика Сальвана. Второй меч, то есть, который он держал в правой руке. Да? Угу. Воплощает оскверненное пламя, то, который огненный. Так, он что, мне по силе вообще не подходит, да? Давным-давно, когда Сальван был еще молодым чародеем, он обнаружил оскверненную столицу, немеркнущее пламя под эльтийской тундрой и жгучее стремление Короче, все. Лишь бы у меня сейчас не закончилось тут место на диске. Да, сила 22. Сделать, что ли, этот магический, пусть будет. Чем черт не шутит. Всякое разное, раз уж мы пробуем тут оружие в этот раз. Чем только я уже не махала. О! У него. Прям магия-магия такая. Ну, он легенький такой. Так, для исследования я, пожалуй, себе пока возьму... Меч черного рыцаря. И вот это уберем. Вот. Так пока оставлю. И пойдем дальше проверять, что нам там открылось. Ну и я сейчас до кучи тогда, наверное, схожу в зал с рыцарем. Чтобы же было в этом... Что-то кроме понтифика в этом эпизоде. Так, ну, во-первых, рычаг меня интересует вот этот. А, угу. Рычаг-то что-то не работает. Какие-то тут везде кругом и воротцы. Не открываются, да? А с той стороны? Ну вот. Я, значит, на этот рычаг смотрела. Столько времени, а он не открывается. Не работает. Издевательство. Ладно. Выйдем, что ли, наружу? Посмотрю, что там дальше. Куда мы пришли, так сказать. Луна вот она самая. Ящерки. А вторая исчезла, да? Угу. Два подъема с двух сторон, да? Йоу, это что тут за свалка? Они живые? Нет? Так, сюда надо явно откуда-то свалиться. И не хочу что-то проверять, живые они или нет. Да, с другой стороны посмотрим, что тут есть.
А с другой стороны нет подъема. Окей. Так, короче, я сначала пойду все-таки в это. Да. Схожу к рыцарям. Что-то я, мне кажется, там пропустила. Надеюсь, там по-быстрому все получится. Так, откуда туда ближе бы попасть? Из дальнего поместья? Или, может быть, все-таки прямо отсюда? Да что ты моргаешь? Что с тобой? Что происходит? Может быть, прямо отсюда? Вот с той стороны. Сейчас выйду тут аккуратненько как-нибудь. У меня аккуратненько ж никогда не получается. Так, вот они сейчас уйдут. Нет, не уйдут. Идите отсюда. Кш-кш-кш. Еще вот тут мне спрыгнуть надо. Там предмет я так и не собрала. Ну ты чё? Да будет так. Второй где? А, второй вот идет. Ай. Какие у них щиты бронебойные. Ой, ты ж моя умничка. Спрыгнула, блин. А более глупой смерти я еще не видела. А вы видели, конечно же. Я каждый раз так говорю. Ты что там? Да, по-быстрому их порубим. От этого надо избавиться, иначе он мне не даст покоя. Ну и чё? Давайте попробуем их отсюда заколдовать. Главное сейчас не...
все, что ли? Ух ты. Какое-то интересное колечко дали. Ты в две руки-то возьми его. Ну и ладно, зато колечко уже забрала. Больше не пойду туда. Глядим, что за колечко. Так, так, так. Которое вот это. Значительно усиливает чудеса. Кольцо первенца солнца. Кольцо солнечного первенца. У нас следующего свет Гвина, первого повелителя. А, этих я знаю на букву Г. Вот портрет-то там не зря висел, дамы этой. Значительно усиливает чудеса. Первенец солнца был прежде богом войны до тех пор, пока его не лишили физической мощи в наказание за глупость. Неудивительно, что его имя кануло в лету. Вот эти все. Гвендолин. Ясно, солнышко-то. И вот это все прочее. И дама, которая там лежала. В позе. А дальше? Ладно. А я думала, ты сюда не заходишь. А ты заходишь. Так, ну а второго я постараюсь просто обойти. Вот где-то здесь. Я же поднялась на лифте. А можно было там еще чего-то как-то. Вот это все. На всяк. Хотя я, наверное, уже проверяла. А лифт был не здесь где-то, да? Отстаньте, я лифт ищу. А, лифт был тут где-то, да? А, ну, собственно, наверное, здесь все. А как же в зал с рыцарем тогда пройти? Собаки. Сейчас сдохну где-нибудь здесь. Пока бегаю. Погоня, 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 погоня. Побежали, 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 побежали. Вот, где-то здесь зал с рыцарями. Во. Вот. Тут надо спрятаться. Сначала. А тут много их. Ай! Он еще и в меня и попал. Класс. Стена же не сломается, нет? Ты что делаешь, эй? Да, як, макарек, мы теперь еще с этими рыцарями будем 2 часа бегать. Слушайте, может оттуда все-таки быстрее, там, через вот эту подземную, от Сигварда и сюда. Давай попробую оттуда сходить. Отсюда что-то далековато. Больно много там через всех бежать. Ох.
отправиться вот из дальнего поместья же. Ну и завтра пойдем смотреть, что там с этой стороны. До новой локации еще не знаю, когда доберемся. Что там за гиганты такие. Так. Напомните мне, что это был за подвал. Нет, этот подвал мне не нужен. Мне надо наружу, вот сюда. И не сюда. Или сюда. Сюда, все правильно. Колечко какое-нибудь надеть, чтобы побыстрее колдовал. Эй, сюда вы не поместитесь. Супчик. Сигурд нам тут оставил припас. Давайте. Усиливает. Увеличит продолжительность, ускоряет использование. Вот это хочу. О, слушайте, а этот исчез, который тут стоял? Надо же. Так, меня заметили. Что ты делаешь опять? Раз, два, три. Ай. Две руки, пожалуйста. И вот это, пожалуйста. Хорошо. Большой осколочек. Прекрасно. Ну и того, пошли быстрее рубить. Эх, обморожение. Так вот, где надо было применять от обморожения чего-нибудь. Сейчас переоденемся, что ж. Переоденемся, северный. Так. Северные штаны. Северный шлем. Нормально. Да, опять ты не в ту сторону ты бежишь. По идее, я тот зал должна была сразу пройти, но меня аж понесло. Поэтому хочу вернуться, посмотреть, что обмыло, и еще к картине подойти. Надо бы. Слушай, они исчезательные. Давай еще разочек. Вот так. Славно. Лук-то дадут? Нет. Так, есть тут кто ли еще? Что ли кто-нибудь?
Ай, мороз. Не морозь меня. Так вот откуда обморожение. Будет прикол, если тут кроме этих вас ничего больше нет. Дома ни вина, ни цветов, ни вас. Вот поэтому до утра у нас. Кольцо со львом. Чудно. Что-то я перестала мимиков отличать. Молот Смауга. Слушайте, а это не тот ли зал, где он прыгал? Нет, не похоже. Небесное благословение. Молот хочу почитать. 45 силы. Странный большой молот принадлежал Смаугу, последнему рыцарю, оставшемуся на посту в разрушенном соборе. Угу. Смаугу довелось быть палачом, и его оружие восстанавливать здоровье владельца при ударе. Навык непоколебимость. Да-да-да. Мой любименький персонаж. Кто тут бардак устроил? Я, да? А, слушайте, можно было просто вокруг пройти, и все. Ну, что, пошли к картине, посмотрим. Ай. Не надо хватать обморожение из этих амфор. Пойдемте к картине, посмотрим, что-нибудь она нам скажет или нет. Нет? Нет, просто рисунок. Ну что ж. Ладно. Погнали смотреть великанов еще тогда. Без разницы. Отправиться к понтифику. Так. Ну и погнали смотреть, что у нас. О, кстати, деньги накопили. Сейчас же про этого как пить дать. Ну да ладно. Так, сюда как-то свалиться я должна. Здесь что-то должно произойти, мне кажется. Кто-нибудь сейчас как выскочит, как выпрыгнет. Что с ними произошло? Они спят? Кто-то стоит. Ой, они просыпаются. Ты кто такой будешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще кто-то пришел. Ребята, вы кто вообще? Так, короче, все. Это оставляю на следующий раз. Что-то новенькое пошло. Спасибо, что терпели, вытерпели такой огромный геймплей. Ох, это было так себе. Но зато, смотрите, сколько я всего нового попробовала и выяснила. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Кстати, что-то мне там выдавали. Сейчас. Аплодисменты. Так. Я, если честно, не успела прочитать. Ну, пусть будут аплодисменты. Нет? Ну и ладно. До новых встреч.